Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. И сегодня мы вместе с вами снова находимся на горе Орел. Посмотри, здесь красиво. Погода, правда, пасмурная, идет дождь. Я надеюсь, вам видно эти капельки, которые тут хоть бы не попали в объектив. И чтобы сильно не намочили мою камеру. Посмотрите. Сейчас покажу, какая красота отсюда открывается. Хоть и пасмурная погодка, друзья, но ветра нет. Идет дождик. Красота просто непередаваемая. Посмотрите. Вот новый свет. Мы сейчас по традиции. Мы сейчас, друзья, с вами по традиции попробуем пройти все же на конец этой горы. И надеюсь, мы не подскользнемся на мокрых, скользких скалах. Потому что это реально очень скользко и опасно. Ни в коем случае не повторяйте этого, не поднимайтесь сюда, потому что это может быть опасным для вашего здоровья. Все трюки выполнены профессионалом, поэтому не вздумайте сюда подниматься. Погнали, друзья, дальше. Я надеюсь, мы сможем дойти, но посмотрим. Вообще, я хотел снять туман, подняться на гору, чтобы внизу был туман, потому что пока ехал из Судака, видя, как гора Сокол была вся окутана туманом, но пока я сюда доехал, он весь развеялся, друзья. Теперь от тумана ничего не осталось, никакого напоминания даже. Ставь лайк, если хочешь видеть у видео, чтобы я снял такое видео, когда туман будет внизу, а мы с вами будем наверху на горе. И в следующий раз я все же постараюсь успеть и заснять такой прикольный видосик. А пока смотрим это. Пишем в комментарии что-нибудь интересное. Обязательно поделитесь этим видео у себя на страницах. Это очень важно, друзья. Ой, это поможет вывести видео в топ и набрать ему много просмотров. Также забыл сказать, спонсором данного видеоролика является группа ВКонтакте «Подслушано Судак». И кому интересен город Судак, залетайте туда, смотрите новости, фоточки из этого прекрасного города. Так, друзья, сейчас дойдем еще дальше, покажу вам. Ой, фак, реально скользко. Даже кеды особо не спасают меня, кроссовки. Как же мы там наверху будем? Все, друзья, давайте перехвачу камеру, буду показывать вам, что происходит вообще. Как сюда подниматься. Надеюсь, в объектив мне не затечет вода. Посмотрите на эту красотень. Хоть и пасмурная погода, но жаль, что камера сейчас, конечно, убьет все цвета. Покажет вам, что все серое. На самом деле, друзья, все выглядит очень круто. Вид отсюда нереальный. Так, оденем капюшончик. Будем идти. Смотрите, очень скользко. Поэтому я вам не рекомендую сюда подниматься во время дождя. Да и вообще, в принципе, не рекомендую сюда подниматься. Потому что это может быть опасно. Воу. Смотрите. Так, друзья, вот идет, смотрите, вот она. Тропа Голицына. Вот, если видите вы, вот здесь прямо сейчас люди проходят. Они такие маленькие. Мыс Капчик. Дальше гора Караул-Аба. Нам нужно дойти до самого конца, чтобы запечатлеть всю Судакскую бухту. Какая она красивая. Давайте чуть-чуть пробежимся. Мы уже экстремалы, не боимся ходить. Поэтому можем и побегать здесь. Воу, здесь особо не побегаем, потому что здесь опасно, хотя мы же любим опасность. Ой. Так, здесь первое трудное место, где подниматься. Вот здесь, друзья, уже первое такое опасное местечко, где очень узко. И лучше здесь не торопиться. А спокойно пройтись нам. На дворе апрель, погода летняя, хоть сегодня и пасмурно, но жарко, где-то плюс 14 градусов. Вот какие-то твари разрисовали здесь всю скалу. Зачем они это делают, все испортили. Ну что, друзья, посмотрите. Воу. Вот новый свет. Ой-ой-ой-ой.
Тут очень скользко. Сейчас найдем безопасное место. Покажу вам всю красоту. Смотрите, какая зелень. Круто. Еще мокрая, запах от нее. Дождя, этот запах дождя. Вообще, моя любимая погода, друзья, это дождливая. Очень люблю ее. Все, сейчас самый главный подъем. Самый опасный. Если мы его пройдем, то дальше должно быть все хорошо. Так, идем. Сейчас покажу, где он находится. Вот он, друзья. Сейчас главное подняться сюда нам. Честно скажу, вниз, если посмотришь, кружится голова. Посмотрите, куда там падать. Сотни метров. Мне прикольно. Сейчас камеру перехватим. Объектив пока еще у нас не мокрый. Это хорошо. Ой. Все, друзья, мы поднялись сюда. Вот. Самое страшное место, которое здесь есть. Посмотрите. Сейчас мы пройдемся еще дальше. Но все же здесь очень круто. Видно вам, люди вон зонтом идут разноцветным. По тропе Голицына. Все, друзья, идем дальше. Сейчас камеру перехватим, чтобы было удобно. Вот так. Оу. Вот, друзья, почти самое опасное местечко. Потому что здесь очень узкая тропа наверху. И те, кто боится высоты, здесь просто будет очень безумно страшно вот здесь. Когда перед вами сплошной такой обрыв идет. 200 где-то, 150, 200 метров. Не знаю, сколько здесь метров. 154 вроде бы метра отсюда до воды. Кто знает, напишите. Давайте посмотрим, как все выглядит. Стойте, экранчик немного протру. От капелек. Чтоб качество было хорошее. Вот так. Вот, друзья, новый свет. На сегодня, кстати, передали дожди, град, грозу. Надеюсь, грозы не будет. Потому что она меня здесь точно ударит на горе. Посмотрите, какой цвет у моря. Шикарно. Не знаю, видно вам или нет, вот кораблик плывет. Мне отсюда его хорошо видно. Море чистое, волн нету, штиль сплошной. Дельфинов, к сожалению, тоже. Мы вряд ли их отсюда увидим. Но было бы круто, если мы их увидели. Ладно, идемте дальше. Стойте. Автофокус настроим вот так. Воу. Вот, друзья, сейчас впереди самое опасное место будет. Воу. Ой, вот оно. Нам надо добраться вот до этого камешка. Но вот здесь, друзья, идет самое опасное. Потому что здесь придется нам немножко прыгнуть. Нужно не подскользнуться как-то. Смотрите, уже все зелено. Весна пришла. Судак. Так, стойте, здесь тоже немного страшновато. Воу-воу-воу-воу. Так, друзья, все, мы практически дошли до этого места. Ой-ой-ой. Все, друзья, конец. Дальше уже пройти не сможем. Посмотрите на эту шикарнейшую судакскую бухту. Вода как зеркало, друзья. Нет волн. Просто давайте сейчас немножко сфокусируем вот так. Вот, смотрите, какое качество нормальное вроде бы. Вода как зеркало, посмотрите. Очень круто. Вон вдалеке кораблик. Видно, вам плывет.
мыс Капчик. Давайте чуть к обрыву подойдем. Вон мыс Капчик. И Новый Свет. Пошел дальше. Лайк за эту красоту обязательно поставьте. И хватит. Вот такой, друзья, ролик. Что хочу сказать. Второй раз сюда подниматься уже мне не так, конечно, страшно было, как в первый раз. Я сегодня поднялся быстро. Даже во время небольшого дождя, когда скалы уже мокрые, мне было сюда подниматься не страшно. Потихоньку избавляемся от фобии высоты. Посмотрите. Воу, круто. Вот так снимем, чтобы вообще эпично. Еще прокружимся. Голова может закружиться. Лучше так не делайте. В общем, друзья, вот такой видеоролик сегодня получился. Если вам понравилось, прошу поддержать его большим пальцем вверх. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь на канал, потому что там уже вышло много интересных видеороликов из интересных, необычных мест Судака. Я планирую расширяться по всему Крыму, поэтому скоро вы будете видеть ролики не только из Судакского округа, но будем расширяться с вами на Крым. Пойдем по Крыму, покажу вам Крым своими глазами. В общем, подписывайтесь на канал Александра Михаленко. Прошу, поддержите лайком, напишите абсолютно любой комментарий. Вот здесь, друзья, внизу. Заходим вниз, пишем абсолютно любой комментарий. Это поможет вывести видео в топ. Мы наберем с вами просмотров. Я буду вам очень благодарен, если вы это сделаете. В принципе, друзья, все. Всем спасибо. Пока.